Для вязания такого замечательного кошка-шарфика вам нужно сначала определиться с двумя вещами. Из чего вы будете вязать? Вот я буду вязать синий-розовый. Мне сказали такой шарфик, чтобы он был темно-синий и ярко-розовый. Вот два полумахеровых клубочка. И плотность, которую вы будете вязать. То есть вы берете на нескольких иголочках буквально, делаете пробу плотности. Определяете, на какой плотности вы будете вязать. Поскольку это не какая-то конкретная вещь для ношения, это не шапка, не рукавички, не что-то такое, вязать можете по моим расчетам, это абсолютно несущественно. То есть вы определяете только плотность, на которую будете вязать, и пряжу, собственно. После того, как все вот это сделано, вы набираете 64 петли. Делаете нулевую платинку серединкой, туда 32 и сюда 32. Это для того, чтобы потом мы с вами вязали лапки и не запутались. Мы будем вывязывать все это симметрично. Нам нужна отметочка, относительно которой мы будем смотреть, все ли мы правильно убрали и прибавили. Но это будет потом, а пока бросовая ниточка, бросовая нить, катушечная нить, и начинаем вязать. Для этой кошки вязать надо начинать сначала темную полосочку. И плюс к этому вы еще определите, насколько вы хотите часто делать полоски. Может, вы вообще будете меланж вязать, это или однотонную кошку, неважно. Если вы вяжете кошку двухцветную, более темную полоску, начинаем с нее. Потому что лапки будут темные, со светлыми кончиками. Хотя вы можете делать и наоборот, конечно. Я делаю так. Бросовая нить для того, чтобы мы могли вывязывать лапки передние. Потому что мы закончим хвостом. А передние лапы тоже оденем вот эти вот петли на иглы и свяжем лапы. Это удобнее делать с открытых петель, чем... Я не люблю вшивать готовые лапы. Некоторые вшивают, делают шов, и из них торчат лапки. Я вяжу все это одним полотном. Поэтому сейчас беру мою нить и начинаю вязать на определенной уже мной плотности. Мои полосы 20 рядов. Очень удобно, не запутаться. 20 рядов провязали. Поменяли нить. Нить можно отрезать, отрывать можно не отрывать, а просто прокладывать сбоку. Включаете счетчик и поехали. Сложности и нюансы возникают при вязании лап и морды. Вот там все интересно. А сейчас пока вяжем до хвоста длину шарфа. У меня нулевая отметка, это середина. Буду вязать симметрично. Если у вас машина с нитеводом, значит вам придется каждую детальку вывязывать отдельно. Те, у кого ручная прокладка, могут всю кошку связать одновременно, то есть все вот эти лапы. Учитывая, что сейчас мы будем вязать заднюю часть, она сложнее передней, потому что здесь не только две лапы, но еще и хвост вывязывается. Получается, что как мы будем разбивать? Половина одной лапы, половина хвоста и целая лапа. Целая лапа у меня, вот нулевая платинка, она займет, видите, с этой стороны и с этой, она без шва пойдет. Половина хвоста и половина лапы. То есть, видите, раз, два, три, четыре, пять деталей. Сможете вы вывязать одновременно 5 деталей, или вы будете это делать по очереди, смотрите. Сейчас будем распределять петельки. Относительно нулевой платинки. Итак, 11 петель у меня уходит на лапу. Первая петля у меня идет на сшивание. Это будет петельный столбик, за который я прошью. Он не считается в вязании. 11 петель на лапу. То есть вот это мои лапы. Вот это хвост. Хвост начинаем с 8. Он должен идти с небольшого количества и расширяться. А лапы будут сужаться. За счет этого хвост расширяется. В общем, тут все гармонично, все прекрасно получается. Вот эти вот петельки я снимаю на соседние. Для того, чтобы облегчить себе вот это вот вязание. Могу на хвост, могу на лапы. Это, в общем-то, не важно. Куда удобно. Эту сняли. И эту между лапами и хвостом. Я освобождаю себе место для того, чтобы... Ой-ой-ой. У меня все это не собиралось в кучу. То же самое делаю здесь. 11 петель здесь, 11 петель с этой стороны
И вот эти вот мешает, петельки, которые вокруг хвоста идут, я снимаю на соседние. Получается у меня 8 петель хвост, 11 петель лапы. Это начало. Все, эти в заднем положении стоят, я распределила. Теперь я не запутаюсь, мне даже не надо ничего отмечать. Все стоит на своем месте. Как буду вывязывать? По очереди или всех вместе? Решайте сами. Так, вывязывать будем, как я уже сказала, хвост с прибавками, лапы с убавками. Выглядит это вот так. Видите? Лапы уменьшаются, хвост увеличивается. Поскольку неважно, сколько, в общем-то, сантиметров там связать, у кошки бывают и короткие лапы, и длинные, как смотрите, как вам хочется. Я вяжу 40 рядочков лапы и, соответственно, 30 рядов до вот этого расширения, убавки расширения идут, потом 10 рядов будет идти прямое полотно, а здесь 30 рядов у меня тоже расширение хвоста, и дальше прямое полотно, сужение будет уже розовеньким. То есть черными вывязываю основной хвост и лапы, кончики хвоста и лап будут светлыми. Это как отделка идет. То есть получается, что я должна провязать 30 рядов. За 30 рядов я делаю вот такие вот убавки-прибавки. То есть вывязывая лапы и хвост, вот в этих местах я делаю убавки по лапам. В 5, 11, 17, 23 и 29 ряду. Вот здесь вот. Провязываю 30 рядов. Хвост я увеличиваю в 5, 11, 17, 23, 29. То есть лапу меньше, хвост больше. Лапу меньше, хвост больше. Хвост у меня становится толстым, лапки как-то к концу худеют. Они таким треугольничком идут. Хвост должен быть большой, пушистый. Вот, поэтому еще раз, в 5, 11, 17, 23 и 29 ряду я делаю убавки. Либо все иглы выдвигаете в переднее нерабочее положение и вывязываете каждую детальку отдельно, либо прокладками, у кого позволяет машина делать одновременно все, как вам удобно. Итого, лапы мы вяжем по вот этому расчету 5, 11, 17, 23, 29, 30 рядов провязали, плюс 10 рядов на оставшихся иглах. Розовым. У меня розовый, у вас белый, то есть любым вот этим более светлым материалом, для того, чтобы белые лапки были у кошки. Белый, розовый, ну у кого что. Хвост до 30 ряда мы точно так же довязываем увеличение. Дальше 25-20 рядов вяжем прямым полотном и делаем убавки. То есть мы не будем делать такой толстый хвост, мы его заузим. Хвостик тоже будет заужаться. Хвост заужаться будет 15 рядов. Вот этим белым, светлым, какой у вас там будет. Первым, четвертым, восьмом, двенадцатым, пятнадцатым. Просто резкие убавки делайте. Делайте как угодно. Убавки можно вообще любые. Можно их в принципе не делать. Потом, когда мы вывернем этого кота, будем зашивать, просто его зашить руками. Можно по полукругу, можно так. То есть можно просто связать прямым полотном и в процессе зашивания просто зашить эти уголочки. Это будет еще проще. Как вам удобно. Хотите, делайте убавки, хотите, зашиваем потом, когда будем уже этого кота монтировать, что называется. Точно так же эту лапу делаем убавки по расчету. 30 рядочков провязали, 10 рядов. Единственное, что средняя лапа, видите, она пойдет целиковая. Если вот эта лапа, она будет сшита с двух сторон, потому что вот здесь у нее шов будет, шов шарфика, то вот эта лапа с одной стороны уже сшита, то есть она вяжется симметрично. Итого, вот эта вот середина, убавки, убавки делаются с двух сторон у нее. Края у этих лап не трогаются, только с внутренней части они убираются вот так вот. Эта лапа идет целиком. Убавки делаются вот с этих двух сторон, изнутри. Ее разбивать не надо. Вот дальше хвост и дальше вторая лапа, которая вот у меня симметрично будет пришита. Сейчас мы с вами все это провяжем и вы посмотрите, о чем я так долго вам говорю. Итак, начинаем, как вам нравится, как может ваша машинка. Только учите при этом, что если вы будете делать расширение хвоста, то есть начинайте с лап, которые будут убираться. Тогда делайте еще вторую лапу, которая будет тоже убираться. И третью лапу, которая будет убираться. Потом хвост.
потому что он идет на расширение, и вам придется либо снимать набросовые нити, стоящие рядом вот эти вот детали, либо просто провязывайте сначала лапы, которые уменьшаются в процессе вязки, и вам освободится место для расширения хвоста. То есть сначала вяжем лапы, потом хвост, если делается все по очереди. Если одновременно, проблем никаких. Здесь с этой детали убрали, с этой прибавили. Вот так вот оно и пойдет. Между ними еще и целая петля для удобства. Итак, первая лапа. Я должна провязать 5 рядов на имеющихся петлях, иглах. 5 рядов на тех иглах, которые у меня стоят. Раз, два, три, четыре, пять. По расчету убираю одну петельку. Убирать могу как угодно, могу просто пересадить, могу декером делать, тут совершенно не важно, я просто пересаживаю, потому что это все зашьется, будет вообще не видно. Так, еще 11 ряд, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, главное не сбиться, 11 ряд, пересаживаем. Следующий 17. 12, 13, 14, 15, 15, 17. Пересаживаю. Следующий 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Пересаживаю. Следующий 29, 23, значит 24, 25, 26, 27, 28, 29. Пересаживаю. Так, у меня 30 рядов, значит 30 провязываю. Смотрю, как получается вот такая лапа. Синий мне больше не нужен, я могу по длине отрезать нить просто для того, чтобы ее потом сшивать. Розовая ниточка. 10 рядочков в лапку. Раз, вот здесь закреплю нить. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Лапка готова. Все, теперь я просто закрываю эти петли, как мне нравится, как удобно, совершенно любым способом, потому что они все равно будут зашиваться. Одна деталька вывязана. Точно так же вывязываю лапу с другой стороны. Все, это готово. Эти лапы, в принципе, не длинные, но они не должны быть огромными, потому что кошки не длиннолапые, и этого вполне достаточно, вот такой длины ноги. Вот. Вывязываем следующую лапу с другой стороны, потом точно так же вывязываем среднюю, у нас останется только хвост. Делаем такие убавки, вот по такому принципу еще 3 лапы вяжем. Не забудьте, что средняя лапа в середине уже сшита. Убираете вот эти вот убавки 5, 11, 17, 23, 29 вот с этих двух сторон. Середину не трогаем. Эта лапа полноценная, целая. Вот так вот провяжите их. Сейчас будем делать хвост. Провязали лапу, теперь вяжем хвост. Берем нить. 5 рядов. Точно по тому же принципу, как мы вязали лапы. 5 рядочков. Раз. 2, 3, 4, 5. И делаю прибавки. Но прибавки я буду делать не декером, а обвитием. 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 11, 11,
20. Прибавлю. Прибавки делаются путем выдвигания иглы. Нить ее обвивает, и получается очень хорошая петля. Так, 12, 14, 15, 16, 17. Вот ставим работу. 18, 19, 20, 21, 22, 23. С двух сторон делаю прибавки. 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Так, я сделала все прибавки. Теперь вяжу просто 25 рядов на вот этих иглах прямым полотном. После этого я буду делать убавки. То есть 25 рядов прямого полотна. И теперь вот 25 рядов провязала, теперь делаю кончик хвоста. Цветной, белый, не белый, светлый пряжи. У меня надо 15 рядочков провязать. Закрепляю нить, чтобы не болталось. Раз, в первом же ряду по расчету. Расчет у меня. Первый ряд, 4, 8, 12, ну и 15 уже поздно, 14 здесь будет. Вот по этим рядам я делаю убавки. То есть первым я делаю убавку. Убавка самая простая. Просто пересаживаю петли на соседние иглы. Так, первый ряд, следующий 4. Второй, третий, четвертый убавка. Все очень просто. На самом деле этот хвост, да и лапу можно вязать по прямой. Это гораздо проще и, в принципе, может даже смотреться будет не хуже. Вяжут и прямо, но вот такие вот коты просто более очаровательно выглядят. Восьмой ряд. Пятый. 12. Еще убавочку. 15 и закрываем все, что осталось. В оформлении вот таких вот вещей просто нет ни одного рецепта и указания, что называется. Все только от того, что вы хотите. 15. И закрываю. Любым способом, потому что все это пойдет внутрь. Все это будет зашито и не видно. Вязали. Мы можем уже померить этот шарф, прикинуть на себя, что получается. Вот наши лапы и хвосты. Смотрится это ужасно. Пока мы ничего не зашили. Вообще все замечательно. Хвосты получились чудесные. Вот такой замечательный хвост, лапы. По длине этого вполне достаточно. Все верно у меня получилось. Вот я так и сложу. Получается, что эта лапа зашита. В середине хвост я сошью и вторую лапу сошью. Вот что у меня получается. Это задняя часть кошки. Теперь вот то, что мы на бросовые нитки оставляли, одеваем на машину лицом, естественно, от себя. Будем вывязывать передние лапы. По такому же принципу все будет то же самое. Такие же передние лапы, все то же самое, только вот эти вот свои петли, 10 петель, которые в середине, мы оставим, просто закроем, потому что здесь будет привязана голова. Вот точно так же сейчас одеваю и вывязываю лапы без хвоста. Хвост спереди, конечно, не нужен, лапы оставляю. Вместо хвоста вот здесь вот будет пришита голова. Поэтому здесь вот просто вот эти петли, где должен был бы быть хвост, я закрою и свяжу вот такие же две лапы. В таком же принципе все то же самое, только пропускается в этом вязании хвост. Получается вот лапа, закрыты 10 петель, лапа, закрыты 10 петель и лапа по половинке. Вяжу. Вот у нас наша кошка. Сейчас, прежде чем мы начнем вязать голову, мы должны ее сшить. Оставить технологическое отверстие с передней части. Вот здесь вот сшиваем, складываем пополам. Обязательно, когда сшиваем, совмещаем полосочки. За один петельный столбик, крючком, либо иголкой, как удобно. Складывая лапки пополам вот так вот. Все пришиваем.
пришили перед, оставьте вот здесь вот, дошейте до первый ряд, вот так вот, чтобы зашито, и пару вот этих вот полосок оставьте отверстие технологическое, через него мы будем пришивать голову. То же самое делаем здесь. Лицом к лицу складываем нашу заднюю часть, скалываем булавочками лапки и хвосты. Вот тут кука нити, она переплеталась. Все аккуратно вот так вот по контурам. Здесь лапы и хвосты пришиваем. И после того, как мы прошьем буквально там 2-3 полоски, мы можем ее вывернуть частично и набить вот эти кончики набивным материалом. И хвост чуть-чуть набивного материала, чтобы он был объемный. И самые кончики лапок набить немножко холофайбером. Чтобы лапки были объемные, мы на них коготки вывяжем. Это очень интересно, объемные лапки такие. Если хотите, если есть такое желание, набиваем немножко лапки. Можно не набивать, можно оставить как есть. Смотрите, вы когда свяжете, вы посмотрите, нужно вам делать объемные вот эти вот места, лапы и хвосты, или нет. Если хотите, зашиваете буквально там пару полосочек, выворачиваете и набиваете вот эти вот места. Если будете набивать, то, конечно, не ватой. Здесь не ватой, не нитками, здесь... Либо холофайбер, либо вот как такой же какой-то набивной игрушечный материал, который легко стирается, не мнется и не портит форму. Потом выворачиваете обратно и просто дошиваете, не обратно, приподворачиваете и дошиваете обратно до переда, которого мы оставляем, как я уже сказала, две полоски как минимум для пришивания головы. После того, как мы сошьем, мы сможем оценить, какого размера голова нам нужна. Будем уже делать голову. Вот получается наш кот. Здесь передние лапы, вот это задние лапы с хвостом. Видите, я чуть-чуть добавила холофайбера, для того, чтобы объем появился в лапах и в хвосте. Вот получается. Здесь технологическое отверстие для того, чтобы мы сюда будем пришивать голову. Мне нужно залезать внутрь, чтобы не оставалось швов с изнанки. Определяем размер головы. Я буду делать голову большую, практически в размер самого кота. Поэтому вяжу, поскольку вот здесь у нас 31 петля, для того, чтобы мне немножко присобрать, квадратик будем сейчас вязать, присобрать, чтобы получился объем, вяжем 35-36 петель на вот это вот количество, на 40 рядов. То есть я посмотрела, что мне нужна голова вот такая же, 10 сантиметров меня устроит голова, это 10 сантиметров. Да, и поскольку здесь именно на то, чтобы присобрать нужно, свяжем 36 рядов на 40, на 42, вот так вот. Вяжем вот такой вот квадратик, 36 на 42. И смотрите, у меня есть вот такие замечательные пластиковые глазки кошачьи. Они сюда вполне подойдут. Делаю. Можно делать глаза любые, можно вывязать, можно из фетра вырезать, можно любые пуговки, можно фломастером в конце концов нарисовать. Чем угодно глазки можно сделать, у меня есть пластиковые, я ими и воспользуюсь. Так, сейчас вяжем 36 петель на 40 рядов, это будет голова. Вот такие детали у нас получились для головы. Смотрите, вот это сама голова. Я немножко их подпарила, чтобы они не деформировались. Голова 36 петель на 42 ряда. Мы ее должны сейчас обшить по кругу. Вот так вот просто через край. И затянуть. Голова у нас немножко подтянется. Не сильно, не сильно. Я вам сейчас покажу, чтобы только оформить голову. Вот это вот мордочка. Мордочка светлая, она пойдет вот сюда. 26 петель на 20 рядов. Мы сейчас всему этому придадим форму. Так, вот это вот носик кота. Нос, который будет формировать объемность нашей мордочки. Пойдет вот сюда. Вот это вот как бы верхняя губа, вот такая вот, которая немножко оформит нам мордочку. И накладные вот такие вот уши вкладные. Для того, чтобы они были двухцветные, они вот так вот на голову лягут. Вот два уха. Вот такие детали. Уши 15 петель на 20 рядов большие.
и 10 петель на 16 рядов маленькие. Я все напишу, покажу. Ну и вот этот носик совсем маленький, 4 петли на 6 рядочков, можно и поменьше. Вот, собственно, вот это вот, так, вот это вот нос такой, 6 петель на 15 рядов, все остальное сказала. Я напишу, вам покажу. Теперь начинаем придавать форму вот этим всем частям. Иголка, нитка. Зашивать буду той же пряжей, которую и вязала. С изнаночной стороны. Расправили. Просто по краю вот такие вот стежки делаю. Срезаю уголочки. Затянем. Можно было, конечно, нарисовать круг и по нему все это делать. Можно вот так вот на глаз. Все равно мы все это затянем и подправим. Сейчас все будет просто замечательно. Так вот по кругу. Мордочку, собственно, будем делать точно так же. И до круга здесь. Вот. Теперь прошили по кругу, начинаю формировать голову. Затянули здесь, затянули здесь. Не сильно, чтобы вот это все убралось внутрь. Ну, вот такого размера голова примерно получается. Вот это все, естественно, мы сейчас туда уберем. Набивным материалом чуть-чуть подбить, чтобы форму держала. И закрепить, чтобы вот это все не торчало, подшить вот туда внутрь. Вот так вот просто протяжками. Чуть-чуть поднабить, чтобы оно просто не топорщилось. И будем зашивать следующий деталь. Ну вот я немножко набила его. Вот так вот. Получается здесь объемная голова. А вот это все, чтобы оно не торчало и не мешало, мы сейчас за углы убираем внутрь. Все вот эти вот торчащие углы. Не сильно. Чтобы у нас голова не перекосилась, вот так вот, все, что торчит наружу, вот так просто подхватываю и убираю внутрь. Голова будет целиком пришита. Вот эта часть торчит некрасиво. Сейчас ее всю... Вот так вот пришиваю, к этому краю подхватываю, торчит с этой стороны, пришиваю, к этому краю подхватываю. Закрываю все торчащие хвосты. У меня должна быть абсолютно ровная голова вот тут, с этой стороны. Вот у нас получилась голова. Мы, когда ее будем пришивать, немножко подправим все по месту, чтобы она абсолютно... Можно, конечно, не страдать вот так вот. Можно связать двойной квадрат, сложить, изнутри прошить кругом и вывернуть. У вас получится более... менее затратно, что ли... Чисто эмоционально вот это вязание. То есть будет гораздо проще, если вы боитесь, что так у вас не получится завязать. Вяжите прямоугольник, складывайте пополам, просто зашиваете по кругу, выворачиваете, и у вас будет голова. Теперь делаем мордочку. Вот светлая, светлый прямоугольничек. Делаю все то же самое. Вот так же по кругу обшила и затягиваю. Набиваю немножко синтепоном. Придаю форму, которая мне нужна. Форму мордочки. Вот такой вот. Точно так же, чуть-чуть. Синтепон, холофайбер, любой другой набивной материал. Чуть-чуть, немножко его сюда вставляю и затягиваю. Так, с этой стороны. У меня получается... Когда я ее так зашью, кругленькая, такая прямоугольная мордочка. Ее точно так же сейчас буду зашивать, придавая ей очень аккуратную форму, чтобы не было видно никаких вот этих стяжек, чтобы все это ушло внутрь. Все, что мне кажется лишним, убираю сюда. Сшиваю все хвостики, чтобы ничего не торчало наружу. Здесь должна быть абсолютно ровненькая такая форма. Все края сюда.
все внутрь, ничего наружу не оставляем. И придать форму кошачьей мордочке. Опять же, можно тоже связать квадратик, сложить его пополам, набить, и будет тогда будет вот такой прямоугольничек, которому тоже придать эту форму. Так, здесь вот нос у нас немножко заужен. Здесь вот подтягиваем. Получается вот затянутая мордочка, которую сейчас беру и пришиваю к нижней части моей головы. Вот так вот. Прям вот этой же розовой ниткой и пришью. Вот это морда кота. Вот где нитка осталась, там и пришиваю. В серединке расположить, захватив изнутри там, изнутри здесь. Очень аккуратно. Главное правильно выставить ее, расположить пониже. Все убирается, ничего не остается. Плотненько вот так вот пришиваем. Видите, шва практически не видно. Я еще раз сейчас пройду поаккуратнее. Вот эти все ненужные мне какие-то вещи уходят внутрь. Ничего не остается. Остается очень ровное, аккуратное место пришива. Проходим вот так вот два раза, для того, чтобы вообще все хвосты убрать и плотненько пришить мордочку. Вот у нас мордочка пришита. Теперь мы должны сделать ротик. Где-то из середины носа. Вот так вот. В одну сторону. Зажали. Вывожу опять к середине носа в эту же точку. Можно было это сделать, конечно, еще до того, как мы начали так, в другую точку головы. Вот ротик сделан. Теперь можно, в принципе, только нос, а можно и пришить наш носик. Смотрите. Вот сюда. Можно? Можно. Вот такой вот нос. Пришьем его очень аккуратненько, вот этот маленький носик. Вот такой нос. Нужно даже пополам сложить, вот так вот, нет, пополам не надо, вот, вот так вот его и подшить сюда носик. Вообще замечательно. Подшиваем этот носик, потом берем эту полосочку. Она тоже сворачивается руликом и очень аккуратно вот так вот ее сюда тоже подшиваем. Это как бы лобная часть у кота. У кого есть кошки, те знают, что у них здесь идет такое вот утолщение, как бы вот, вот такое вот мы сюда сейчас и пришьем. И поставим глазки ему вот над носиком. Теперь ушки делаем. Берем большой квадратик лицом вниз и маленький квадратик лицом вверх. Складываем уголком. И вот так вот, подгибая верхнее ушко, пришиваем, чтобы у меня получилась вот такая вот вещь. Потом просто продеваю нитку через по диагонали через ухо и немножко ниточка подтягиваю, для того, чтобы у меня ушко приняло вот такую форму. Я ее пришью кошке за головой, вот так вот будет вот такое вот ухо. Оно немножко загнется от того, что мы его присборили. Здесь второе. И после этого мы будем делать глазки. Вот получается вот такая замечательная кошка. Просто сказочная. Сейчас мы ей ставим глазки. Кошка вообще живая получается, глазки. Пуговки, фетром, чем угодно можно пришить глазки. Любые глазки пришиваем. Видите, какая
Любопытная морда получается, смешная. Усы. Потому что такую морду надо оживить немножко усами. Но можно и вот такой вот нитью, конечно, усы сделать, нарисовать тут. Провести несколько, ну, три достаточно штриха вот таких вот из разных точек. Вы посмотрите, симметрично, чтобы было на обоих сторонах морды, потому что у кошек симметричные усы идут. И, собственно, все. И пришейте вот это вот чудо на наш шарфик. Зашить технологическое отверстие, и все готово. И мы с вами просто, смотрите, какое чудо сделали. Главное, когда будете подшивать голову, здесь подправлять, если какие-то неровности, их нужно подправлять, чтобы голова была абсолютно круглая. И смотрите, чтобы вот наши ноги, голова ляжет вот так, чтобы вот эта часть, когда вы будете пришивать, не вылезла наружу. Если вы сделаете цельную голову, то без разницы, можно ее опустить немножко пониже даже на лапы. Но у нас голова вот такая вот, набивная, половинная. Поэтому смотрю, чтобы она не вылезала, вот эта часть, некрасивость. Поэтому голову пришиваю чуть-чуть вот так вот выше немножко, чем лапы. Все, мои уши, любопытные глаза. Пришиваем голову. Голову пришью так, чтобы уши немножко оттопыривались вот здесь. Вот видите, уши так хорошо зашились в итоге, что здесь получилось цельное полотно. Поэтому можно пришить так, чтобы голова немножко отходила от шарфа. И вот так вот уши будут торчать. Это будет очень, очень забавно. Вот так вот шьется такая кошка. Вот что у нас получилось. Вот получился наш кот. Замечательный кот с любопытной физиономией. Хвост с лапами и длинный шарф, который легко можно обмотать вокруг шеи. Голова немножко отстает там, где у нас есть ушки, поэтому она не прилегает плотно. Можно пришить плотно, можно пришить свободно. Главное, чтобы она не отваливалась, чтобы не видно было шва, чтобы все было пришито ровно и аккуратно. Все прекрасно. Кот замечательный. И не делайте таких котов в плохом настроении. Если у вас будет плохое настроение, и кот будет грустный. Настроение должно быть хорошее, и кошка тогда получится любопытная, шкодная, веселая, какая угодно. Только не совсем уж печальная. Вот наш кот. Осталось еще такой нюанс. Можно сделать когти вот здесь на передних лапках. Вот точно так же, как сделаны усы. Просто прошить коготочки. На задних тоже можно, только в другую сторону. И все. Это последний штрих, и кошка совершенно готова.